Так, всем привет. Мы с Иваном, я считаю, просто лидер. Один на втором месте, да, сейчас в регионе. По овощам. По овощам. Приехал в гости по его приглашению посмотреть, как он работает. Результаты впечатляют. Слушайте, были и на хранилище, посмотрели. Тут вот по переработке получается для длительного хранения, вон там видно на заднем фоне, штука тут такая же. Я хотел пару вопросов задать. За счет чего такое быстрое развитие? Первое, это то, что мы подходим очень щепетильно ко всем своим расходам. Второе, это грамотно подобранный коллектив, я считаю, что один из лучших в области коллективов. Ну и третье, это благодатная дроновская земля, которая, когда к ней относится с любовью, она тоже имеет отдачу. Сейчас вот многие в продаже, да, вот вы, ну, сельское хозяйство такое, от земли, доходно, нет, как вообще? Если мы говорим по рубежу 22 года, да, было доходно. 23 год будем оценивать в конце года, как бы цыплят по осени считают, как уберем, какие будут цены на урожай. В принципе, прибыль есть, если грамотно подходить, как вы правильно сказали, к реализации. То есть не продавать первому встречному, а продавать в то время, когда нужно, и иметь много каналов сбыта. Тогда это, в принципе, Я вот сейчас, вы знаете, понял, вот эту, как хотел сказать, штуку, как это как-то называется. Это сушильно-сортировальный комплекс. Сушильно-сортировальный комплекс, да. Получается, проинвестировано 120 миллионов только в прошлом году, да, верно? Да. На строительство этого комплекса 120 и еще 30 мы на модернизацию, ну, старых. Все, и получается, что за счет этого теперь до 3 лет можно хранить. Ну, да? мы увеличили скорость уборки своих комбайнов в 2 раза. Угу. За счет того, что можем любой влажный зерно получать. А позапрошлый год показывал, что уборка была сложной, сырой. Угу. Вот. Увеличить скорость комбайна в 2 раза. И качество, и скорость тоже здесь практически в 2 раза выросло. Ну, то есть явно окупается, да, такие. Однозначно. Истории. Однозначно. Особенно в сложные годы, когда будут вот прям дожди. Ну, то есть, видите, инвестируют, смотрят. Я тут, знаете, везде посмотрел, я в комплексах был там. Слушайте, везде подход, как сказал, фермерский подход, да. То есть, знаете, да. Здания старые используются, там не убирается никуда. То есть все там продумано, везде автоматизация. Раньше там у вас собирали картофель, да, еще 15 лет назад, да, на ведра. Да. Сейчас я заходил, там, знаете, такие комплексы автоматизированные вообще. Это очень круто, я вообще в восторге, не знаю, прям, ну, кроме слов благодарности, ничего нельзя сказать. Спасибо.